Здравствуйте, товарищи. Играем в Mortal Kombat 11 за Рейдена. Смотрим, что у него есть еще из спецприемов интересное. Сегодня будем играть через толчок блядь. Это двуслотовый прием, через который, по-моему, никто особо не играет. Пока не очень понятно. Fight. А реванш не пошел. Round one, fight.
Round two. Fight! Такая вот хуйня. Round one. Fight. Two. Fight! Round two, fight! Блять, чё с апперкотом в этой игре? Бесит, блять. Fight.
Round two. Fight. Ой, блядь. Two, fight! Такая вот хуйня. Блядь, чё за хуйня? Почему его ни за что наказать не могу, блядь? Round two. Fight. Round one,
fight. Да ёбаный рот, блять. Round two, fight. Блять, это как? Блять, я думал, она перекат будет делать. Блять, это что за хуйня? Наконец-то в конце перекат прочитал. Round 3.
How can I aid the Shirai Ryu? My novices need disciplined instruction. Then bring them to the Sky Temple, Scorpion. Round one, fight! Round two, fight! Блять, одни скорпионы кругом. Скорпион — это диагноз. Ну что, товарищи, будем выпуск заканчивать. Пробовали мы играть через толчок в Дзё на рейдинге. Не очень пока понятно. Редко я использовал этот спецприем. Ладно, будем еще пробовать рейдена. Персонаж вроде нормальный. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр.